всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Biohazard 2 издание South Text, сценарий он Б, Arrange Mod, на уровне сложности Hard. На челлендж нож плюс пистолет. Так, а здесь я брал патроны, да. Да, и на ранг S по возможности. Так, сейчас мы бежим в лифт. Точнее, уже поворачиваем ключ здесь. И готовимся к битве с Биркином. Вроде бы третья мутация Биркина уже. Нам сейчас предстоит. Так, и мы продолжаем. Выходим из лифта, и сейчас будет босс. Будем в него стрелять из пистолета, отбегать, стрелять, отбегать. Он, может, полегче будет, потому что он не ходит тупо пешком, а он будет прыгать. Вот он идет. Он еще крепче стал. Давайте раза три стрельнем. Так, а ну-ка уйди отсюда. Уйди, гад. Так, отбегаем. Черт, он меня сейчас зажмет. Не подходи, гад. Дай пройти, сволочь. Ах ты, черт, зажал меня, гад. Давайте подлечимся. Да, все хреново пошло на самом деле. Да дай пройти-то. Сволочь ты. Так, стреляем. Иди к черту, Биркин. К черту иди. Так, блин, да не на эту кнопку. Перезаряжаемся. Так, ну где ты? А ну иди к черту. Катись отсюда. Так, отбегаем. Так, вот он спрыгнул. Так, стреляем, отбегаем. Стреляем, отбегаем. Вот здесь вот его стараемся ловить. Здесь он вроде не спрыгивает. Так, а ну получай, гад. Так, все. А, все, он сдох, отлично. Убираем из рук пистолет. Да, ну, конечно, истратил я одну хилку, это позор. Ну да ладно. Надеюсь, что мы прорвемся. Так, и мы продолжаем. Не доехали мы до места и остановились где-то посередине. Так, ну что ж, давайте искать, где можно выбраться. А выбраться можно как раз вот здесь, вот, через вентиляцию. Ну что ж, других вариантов не остается. Лезем в вентиляцию, спускаемся по стоку и спрыгиваем. А лифт тем временем уехал вниз. Как назло. Ну что ж, бежим вот сюда. Так, давайте посмотрим, что мы можем выложить. Тут у нас трава есть, кстати. Давайте ее возьмем. Так, выложим хилки, пожалуй. Ну и пару трав выложу я. Возьму ленту. Надо сохраниться. Будет. Давайте дотолкаем ящик сразу до нужного места.
заниматься. Так, давай, ящик, заталкивайся. Так, ну отлично, да? Отлично, да, отлично. Хорошо, вошел, так. Так, еще чуть-чуть. Спускаемся вниз на грузовом лифте таком вот. И продолжаем толкать ящик. Толкаем его сюда. Так, теперь оббегаем. Вот так вот делаем. И сюда и до упора. До упора, до конца прямо. Толкаем ящик. Сейчас сохранимся. И следующая комната будет у нас опасна. С лизунами комната. Я не хочу терять игровое время. Делаю всякие стелсы там, наворачивая. Так, давайте сохраняться. Вот, сохраняемся. Так, и пойдемте сразу пробежимся на авось. Вдруг повезет, а? Пойдемте сразу к лизунам. Я попробую бегом бежать. Сейчас как подойду поближе. Так, здесь у нас два лизуна. Ага, один на потолке. Давайте быстренько включим питание. Так, а ну пошел к черту. Иди к черту, сволочи. И не нужен никакой стелс. В принципе, вот так вот это все быстро я сделал. Так, а теперь поднимаемся на грузовом лифте наверх. Давайте уберем пока ленту. Одну траву взять, я думаю. Так, и выходим отсюда. Теперь мы включили питание главного лифта. Бежим в него. Вот он у нас. Так, заходим. Так, и спускаемся вниз. На тот этаж, куда уехал, ну, лифт на круглой платформе. Так, тут у нас толпа зомби. Это неприятно. А ну отвалите, гады. Дверь закрыта. Фух, вот это было мастерски, конечно. Я их просто закружил там. Рисковал, конечно, но кто не рискует, тот не играет на челлендж. Так, бежим в морозильную камеру. Первым делом. Вроде как карточку брать нам не нужно в этом сценарии. Так, спрей. Нет, не будем никаких спреев брать. Давайте возьмем футляр и сделаем предохранитель. Так, ждем эту штуку, делаем главный предохранитель, и нам нужно врубить питание, будет здесь еще. Так, вот, берем, отлично. А вот за карточкой я не помню, вроде не нужно идти. Да и там наверняка зомби находится, так что не буду я эту карточку брать даже. А, стоять, куда я так помчался? Предохранитель, что вставлять будет? Так, сейчас идем в красный путь.
Так, открываем тут ворота. Тут у нас лизуны. Да не простые, а ядовитые. Какие... А чё я несу? Какие лизуны? Совсем с ума сошел. Цветки, я хотел сказать. Ядовитые лизуны. Да, надо же так сказать было. Так, убегаем от цветков. Сейчас быстренько обдурим этого. Возьмем у него две травки. Так, быстро ли он? Бери, 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 бери. И отбегай. Так, отлично, успели. Так, спускаемся вниз. И сейчас у нас будет три лизуна. Три лизуна у нас будет. Это неприятно. Давайте подлечимся. Еще подлечимся. Отвали ты. Черт, сволочи, всю траву у меня схавали, гады. Вот сволочи. Да, это было тупо. Я надеюсь, что у меня еще хватит запаса трав. Так, это было тупо, крайне тупо, что мне придется еще одну траву сейчас использовать. Так, теперь заходим сюда. Куда нам надо? Ну, давайте возьмем красную траву. Да, лизуны, конечно, меня прилично так поимели. Так, зомби, выходи отсюда. Так, давай, чайник, иди быстрее. Ах ты сволочь. Ты так близко был. Так, тут нам надо взять ключ от силовой. Так, давайте, все сюда, все сюда. Гоу, 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 гоу. Идите все сюда, чайники вонючие. Ты куда пошел? Что, думаешь, самый умный такой? Так, никого там не осталось? Хоть никого. Ну все, валим отсюда. Да, хреново дело. Даже и не знаю, как быть. Я, наверное... Так, давайте сделаем себе хилку. Так, у нас есть ключ от силовой. Замечательно. Так, ну в принципе... Никого ведь серьезного такого не намечается. Ладно, давайте быстро стелс устроим. Что, самый умный, что ли? Вали отсюда. Ну, вали, вали отсюда, я сказал. Пошел вон. Тупой, тупой лизун, иди к черту. Давай, давай, шуруй оттуда. Блин, еще второй идет. Второй, тебе-то что надо? Лежать, лежать. Куда встал? Вот черт, а. Ну давайте сюда идите. Давай быстрее, лизун тупой. И шаг тупой. Пошел прочь. Вон пошел. Давай, уходи, уходи, уходи. Чё так близко стоишь-то?
Так, нужно взять три травы. Быстро, Леон, бери. Надо хоть как-то восполнить потери. Сколько я там трав съел? 5? Штук 5, наверное, да? Так, как вас теперь обижать-то? Так. Так, ладно, давайте перезайдем, попробуем быстро бежать. Надеюсь, ничего плохого не случится. А ну пошли к черту. Ух! Это мне сейчас как-то повезло. Ну вот почему мне в первый раз так не повезло, а? Не, это было вообще везение просто. Можно сказать, на удачу. Так, цветок, иди к черту. Так, и нам нужно в силовую бежать теперь. Опять мимо толпы зомби, голодающих. И к лифту. Так, как бежать-то будем? Я бы тебя, конечно, вынес. Ах ты сволочь, отпусти, гад! Отпусти, сволочь! Так, а ну давайте, уходите отсюда. Фу, блин, еще хилку потратил. Ну как обидно, а? Ну ладно, хрен с ним. Надеюсь, и так справлюсь. Так, поднимаемся наверх. Так, катсцена. Так, и у нас получаем пинка от тирана. Ну, это очень сложно увернуться от его ручищ, кулачищ. Так, открываем ящик. Что мы берем? Немного у нас есть. Это все, что у нас осталось. Да. Хотя, зачем я это сейчас взял? А хотя, нормально. Я же выкину один ключ. Так, спускаемся вниз. Берем силовую. Это вот сюда. И вот сюда. Так, используем ключ и выбрасываем. Сейчас будет длинная катсцена. Так, продолжаем. Берем тут ключ. Мастер. Ключ. И выходим. Сейчас будет еще одна катсцена. Да, и нам нужно за Шерри сбегать. Офис охраны. Так, поднимаемся на лифте наверх. И бежим к главному лифту. Вот сюда. Так, спускаемся на нижний этаж. Зомби здесь уже не будет. Можно спокойно выдохнуть. Так, бежим вот сюда. Применяем мастер-ключ и заходим. Катсцена. Так, вставляем вот сюда мастер-ключ. И
И открываем аварийный путь. И едем на этот аварийный этаж. Еще ниже, то есть. Заходим сейчас в поезд. И впереди у нас остается два босса. Два босса. Так, пойдемте к сохранению сбегаем. Надо сохраниться. И взять самое необходимое нам. Так, берем с пола ключ. Давайте пока одну хилку уберем, возьмем ленту и сохранимся. Так, ну что ж, идем к тирану. Всем пойдем. Ладно, пусть одна хилка побудет здесь. Надеюсь, выживем. Так, сейчас выходим из поезда. Открываем вот здесь вот дверь. И сейчас запустится таймер. 5 минут до взрыва. Так, ладно, поднимаемся наверх. Сейчас будет... Ну, мне почему-то всегда этот бой... Ну, этот... Тиран мне всегда умудряется навалять. Не получается мне от него нормально, спокойно бегать. В общем, я не знаю, или я сейчас сдохну, что вполне себе возможно, или мне каким-то чудом повезет. Хорошо бы сохранить хилки как можно больше на последнего, финального босса. Так, вставляем эти стекеры, красные и синие, и вот он, тиран. Ах ты сволочь! Давайте подлечимся. Оп, отвали ты от меня, гад! Черт, вот сволочь! Отвали ты, сука! Отвали, гад такой, блин. Давай, Ада, скидывай ракетницу. Давайте по кругу бегать. Отвали, сволочь. Ада, сбрасывай ракетницу быстрее. Отвали. Чайника кусок. Вот Ада сбрасывает ракетницу. Ах ты черт! Убил он меня. Увидимся на этом месте. Так, вот я снова добежал сюда, в дубль 2. Давайте по кругу тогда бегать, если это эффективно. Тиран, не подходи ко мне. Не подходи, сволочь. Недожаренная. Ах ты тварь.
схватить меня хочешь, гад? Хрен тебе. Хрен тебе, сволочь. Давай, Ада, сбрасывай ракетницу. Ну же, Ада. Ах ты, сволочь, схватил, гад. Ну ладно, хрен с ним. Так, чё ты уже пешком за мной ходишь, гад? Давай, Ада, сбрасывай. Ада, сбрасывай ракетницу уже. Давай, давай. Так, надо отогнать. Отогнать нужно теперь тирана. Так, давай, Леон. Ах ты, сволочь! Вот гандон, а. Да отпусти ты, тварь. Game over. Надо же было промахнуться из ракетницы. Ну это вообще позор какой-то. Нифига себе, он в ПК-версии как-то по-другому здесь разрывается. Так, убираем из рук ракетницу. Да, это все, что у нас осталось. Так, давайте до ящика добежим, возьмем хотя бы пистолет. Нам еще ворота открывать, а там толпа голодающих. И мы не сможем сохраниться, кстати говоря. Кстати говоря. Так, ракетница, иди к черту. Берем наш пистолет и берем наш нож. Нож ты где? Где нож? Это все, что у нас осталось, да. Так, мы выбегаем. Теперь толпа зомби. Нужно аккуратно сейчас. Эту толпу пройти нужно аккуратно. Так, а ну-ка, давайте все сюда идите. Ах ты, сволочь! Чёрт, а? Вот дерьмо, а? Так, и как теперь мне обратно? Как-то обратно же, ну... Ах ты, сволочь, отпусти, гад, я не видел его уже. Ах ты, тварь! Это было крайне тупо. Увидимся вновь на тиране. Да, я снова здесь, дубль 3. Давайте попробуем получше сыграть. Ах ты, сволочь! Давайте сразу подлечимся. Нам хердык просто настанет. А ну отвали. Отвали, сволочь. Отвали, гад. Отвали, тиран чертов, недожаренный. Отвали, сказал, собака. Ах ты, тварь. Бегаем, бегаем, бегаем. Я надеюсь, он меня сейчас не убьет с одного раза. Вот Ада скидывает ракетницу. А, черт, нам надо подлечиться, кстати. Давайте подлечимся. Берем быстро ракетницу, отбегаем.
Ну, получай, сволочь. Да, это был уже третий дубль. Так, как бы теперь зомби не накосячить мне? У меня в ящике осталась одна трава. Если что. Давайте за ней сходим. Ну, за ней и за ножом. Зомби... Я как-то пробегал. Я, конечно, затупил в прошлой попытке. Надо было сразу бежать. Так, и мой нож где-то. А, он наверху совсем, да? Да, две полных хилки и одна трава. Не густо, не густо. Так, открываем ворота. Зомби уже готов меня сейчас укусить, гад. Ах ты, сволочь, отпусти. Да отпусти ты. Лечимся, лечимся, срочно лечимся. Отпусти, гандон. Нет, сейчас он меня точно сожрет. Да отпусти ты, гад. Сволочь, всех поронял. Так, берем в руки пистолет и заходим. Это позор. Вообще позор, играть разучился. Так, заходим сюда, открываем ворота. Точнее, ворота открыл, запускаем поезд. Сейчас будет видеоролик. И продолжаем. И сейчас у нас финальный босс. Давайте возьмем пистолет. Так, и заходим. 2 минуты у нас на все про все. А в итоге еще меньше. Пока эта сцена с боссом пройдет, тут уже все время закончится. Вот он. Финальный Биркин. Так, попробуем из пистолета в него стрелять. Опасаясь его щупали. Леон, ты чё там забегался? Так, отбегаем до двери. Сейчас начинаем пальбу. Так, отбегаем, разворачиваемся, стреляем. Так, стреляем, стреляем, стреляем. Он меня сейчас будет хватать, гад. Ах ты сволочь, ты охренел, что ли? Так, отбегаем. Давайте перезарядимся. Вот черт! Я надеюсь, он не убьет меня быстро. Так, стреляй, Леон. Стреляем, стреляем, стреляем. Ах ты, черт, нет! Надо подлечиться. Подлечиваемся. Отвалить. Тварь, отвали. Отвали, сказал, отвали. Все. Фух. Я прошел этот челлендж. Буквально на волоске. Мне кажется, он бы меня с одного удара своими зубами просто убил.
Так, а сколько там времени осталось, мне интересно. Я надеюсь, времени не подходит к концу еще. Нет, ну все нормально, все. Бежим, Клэр. И все, сейчас видеоролик. И давайте посмотрим на мой результат. Я сам боюсь на него смотреть, если честно. Ранг С. Почему 32 минуты? Что за бред? 5 сохранений. Ну тут опять какой-то бред возник. Я не понимаю, что происходит с этой версией игры. Почему? Ну неважно. В общем, ранг С, какая разница? Главное, что я челлендж прошел. Давайте сохранимся. И вот у нас Клэр А, сценарий. Первый сценарий. А, я еще открыл. Ну, тут говорится, что не собирая никаких предметов, добраться до полицейского участка, и здесь будет внизу Брэд Виккерс, у которого есть ключ от гардероба. Ну да. Так, что я еще открыл? Ага, я открыл... Вроде как это какой-то чит-код на бесконечные патроны. Так, и все, все. Ну а что, у нас Ханг Тофу Экстрим Баттл уже все открыто. В общем, я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в дальнейших прохождениях. Наверное, вторую связку я начну на такой же челлендж. Нож плюс пистолет на харде, эрендж мод. Увидимся. Всем удачи и пока.